Международные, даже междугородние автобусы. Большие, вместительные, но оттого не менее опасные. С начала года в Забайкалье именно с участием автобусов произошло 90 ДТП. Среди пострадавших – взрослые дети. Не случайно инспекторы ГИБДД и специалисты автодорожного надзора особенно тщательно проверяют этот вид транспорта, чтобы повлиять на неутешительные цифры статистики. В рамках этого мероприятия, значит, у нас проверен на данный момент нашим непосредственным подразделением около 100 единиц маршрутных транспортных средств. Основными нарушениями являются техническое состояние транспортных средств, нарушение правил перевозки, то есть лишние пассажиры. Лишних пассажиров хоть отбавляй, а вот тахографа может и не быть. Водительское творчество вообще явление популярное. За него, как правило, и штрафуют. К примеру, 50 тысяч рублей заплатит перевозчик за то, что установил газобаллонное оборудование, а госавтоинспекцию об этом не сообщил. Нынешний рейд продолжался неделю. Специалисты проверяли все, начиная документами и заканчивая техническим оснащением автобусов. С большинством водителей и перевозчиков, говорят инспекторы, расставались без штрафов. И это, несомненно, радует, ведь чем меньше нарушений, тем больше спасенных жизней. Полина Харченко, Николай Шумков, ЗапТВ.